Ну, что вам сказать, это такой десертик. Значит, что я сделал? Значит, это жареные бананы. Не в аэрогриле, просто на сковородочке. Такие поджаренные бананы. Значит, горячие, естественно. Значит, укутанные в блюберри. То есть это в йогурт. Йогурт голубики. Тут с этим... almonds, как это по-русски? Орешки, миндаль. И такой вот, как бы я это украсил клубникой, малинкой. Ну такое. Я надеюсь, что это все как бы. Я думаю, что это все здоровое питание. И вот за то, что доктор прописал. Фрукты, ягоды. То есть, в общем, жареные бананы, йогурт, клубничка. Органик, кстати. И малинка. Все. Всем приятного аппетита, всех обнимаю.